Приветствую всех на своем канале. Сегодня я готовлю бесподобный, вкуснейший, вот просто замечательный вкус для суп для диабетика. Грибной кулеш с пшеном. Пшено вот у меня уже промыто и замочено просто в холодную воду. Здесь грибы лесные, сборные, лук репчатый, чесночок. И помидорка. Помидорка замочена в кипяток, чтобы снять шкурку. Сюда не хватает еще моркови. Немножко надо моркови. Достала я морковку. Кстати, вот здесь 1 столовая ложка. Удивительно получился процесс с этой морковкой. Я делала в автоклаве, но немножко не хватило туда банок. Я просто оставила в банке, в холодильнике. Она у меня здесь соленая, перченая, и растительное масло даже немножко добавлено, и она очень хорошо хранится. Мне кажется, это тоже на будущее можно солить морковь и точно так же закатывать. Я что-то так это подумала. И нарезала я помидорку. Готовить я буду вот в таком казанчике. Поэтому вот прямо здесь я сейчас добавлю сюда, высыплю лук. Пшено мы добавим в самом конце. Сейчас спассируем лук, добавим туда морковь, потом помидорину, грибочки. Грибочки уже отварные, замороженные были, я их разморозила. Тоже туда все хорошо протушим, потом нальем воды и опустим наше пшено. Суп кулеш, он густой делает его, он не жиденький, он делается густым. Вот такой у нас ракурс получается. Сейчас у меня плита по центру кухни стоит. Хорошо потушилось. Я наливаю воду. Сюда добавила я чайную ложку специй, смесь там перцев, паприки. И сразу мы засыпаем пшено. По вкусу солим. Добавляем специи по желанию, какие хочется. И в конце уже зелень. Супчик закипел. Опускаю замороженную зелень. У меня лук зеленый и укроп. И чесночок. И опускаю 2 лавровых листа. Сейчас буквально покипит 2-3 минутки, и я отключаю. И пшено будет уже распариваться в горячей просто воде. Сильно долго кипятить не надо. И вот наш супчик готов. Он минутку буквально покипел. Он только закипел, а сразу отключила. Вот постоял он, наверное, с полчаса. Вот какой гущеный он. Необыкновенный суп для диабетиков. Просто необыкновенный. Вкусный, насыщенный. Очень полезный. Пшенка для сердечно-сосудистой очень-очень нужна. Обязательно нужно эту крупу есть. Обязательно. Спасибо, что были со мной, посмотрели, послушали меня. Может, кто-то возьмет на вооружение, даже невозможно, а берите на вооружение, готовьте такой супчик. Можно и на бульоне каком-то, на курином, на мясном делать. Но грибы обязательны. Пшено и грибы – это обязательно. Все остальное варьируйте уже сами. Картошка здесь вообще не нужна. Не нужна. Все, всем пока-пока и до новых встреч!